Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. С 27 апреля на интернет-портале ОКО состоится премьера 9 части сериала «Мосгаз. Последнее дело майора Черкасова». Будучи в возрасте, Черкасов уже не может без усталости гоняться за преступниками. За свою профессиональную деятельность в полиции ему неоднократно приходилось получать звание лучшего сотрудника. Благодаря уникальной дедукции он сумел поймать маньяка по прозвищу «Мосгаз», разыскать похищенные бриллианты, узнать имя Тоньки пулеметчицы, вычислить убийцу юных девушек и рассекретить преступную деятельность чиновника, прикрывавшего подпольное казино. И это только небольшой список его заслуг перед Родиной. Он неоднократно рисковал жизнью ради поимки опасных преступников. Но время не стоит на месте. Теперь работа полицейского – это не исключительно погони и перестрелки, но и современные технологии, что является абсолютно неприемлемым для Черкасова. Майор осознает, что молодость прошла и необходимо отправиться на заслуженный отдых. Но прежде чем сделать это, он должен завершить незаконченное дело. Сделать это нужно самостоятельно и быстро, ведь под угрозой жизнь героя и его близких. Премьера сериала стартует с 27 апреля на ОКО. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!